В Чувашии стартовал федеральный проект «Детство безопасности». Его основная цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием самой юной категории пассажиров. Программа реализуется в 30 регионах России. В этом году к ней присоединились еще 35 субъектов, в том числе и наша республика. Проект стартовал на базе Республиканского перинатального центра. Начнем обучение в наших ведущих сначала перинатальных центрах. Это город Новочебоксарска, городской клинической больницы номер один. Тем самым мы охватим большее количество молодых мам. И этот опыт будет транслироваться, тиражироваться на территории всей республики. Там, где есть у нас учреждение родовспоможения, это обучение будет проходить в таком же формате. Программа обучения насыщена. Первые занятия посвящены теме правильной установки и использования удерживающих устройств в автомобилях. Кроме этого, специалисты обучат будущих мам правилам перехода проезжей части с коляской. Нам рассказали, как правильно выбрать автокресло, как правильно усадить ребенка, то есть автокресло нужно ставить на заднее сиденье, это более безопасно для него и больше защитит при случае ДТП. Думаю, это очень эффективно, потому что многие, как мамочки, так и папы, и бабушки, и дедушки, не всегда задумываются о том, как, что важно именно для ребенка. Не задумываемся, мы думаем, иногда думаем, как о взрослом человеке, а он маленький, и для него должны быть особые условия созданы. Важно помнить и о светоотражающих элементах. В темное время суток они помогают водителям издалека увидеть коляску или ребенка и предотвратить возможное ДТП. Ольга Семенова, Александр Атиков, Республика.